На связи Евгений Назаров, и в этом уроке мы с вами активируем первый источник дохода на смарт-контракте Million Money. Для этого нам понадобится 0.03 эфириума и кошелек MetaMask. 0.03 эфириума — это сейчас 363 рубля, грубо говоря, 400 рублей с комиссиями. Давайте вернемся обратно на сайт, спустимся чуть ниже. Здесь вы также можете прочитать всю информацию. Здесь нам говорят, что проект не хранит средств участников, то есть все выплаты идут непосредственно от кошелька к кошельку, от человека к человеку. И данные выплаты никто не сможет остановить, потому что данный проект работает на смарт-контракте Ethereum. Проект молодой, ему всего лишь 5 дней, вот как видим, смарт-контракту 5 дней, всего транзакций за 7 дней и участников. Также к этому проекту сейчас присоединяются лидеры, будут его качать. Думаю, вы знакомы с таким проектом, как CryptoHands. Его изначально тоже никто не знал, сейчас в нем зарегистрировано более 20 тысяч человек. Ну что ж, друзья, давайте перейдем, пожалуй, к процессу регистрации и оплаты первого уровня. Давайте также посмотрим на маркетинг перед этим. Немного расскажу, как мы с вами будем работать. Маркетинг здесь бинарный, то есть в первую линию вы можете пригласить только 2 человека, и благодаря нашей системе вы с этим легко справитесь. Как видим, 2 человека, и с первого уровня вы уже зарабатываете 0.01 эфириума. Второй уровень далее покупаете за 0.5 этериумов из тех, которых вы заработали на первом уровне. И получается 4 выплаты по 0.2, то есть уже 0.11 эфириума вы зарабатываете. И так далее, вплоть до 8 уровня. С 5 уровня у нас опять, смотрите, идет оплата только первым двум личникам. То есть не нужно будет приглашать дальше 32 человека, потом 64, 128 и 256. Здесь всего достаточно 16 человек для того, чтобы полностью закрыть все 8 уровней. И это очень круто. Что ж, давайте начнем и пройдем регистрацию и также оплату первого уровня. Для этого перейдем на вход. Нажмем на вход. Здесь нам откроется сразу же личный кабинет. Важно понимать, что никаких паролей здесь не нужно. Вся регистрация состоит из смарт-контракта. То есть мы сейчас оплатим первый уровень, и смарт-контракт нас запомнит. Личный кабинет будет выглядеть так. Сколько мы всего заработали в Этериуме, сколько в долларах, сколько у нас всего рефералов и текущий уровень. А сейчас у нас текущий уровень 0. Теперь, друзья, для того, чтобы нам активировать первый уровень, для начала нам нужно авторизоваться. Для этого мы должны в данное поле ввести адрес своего кошелька. Его мы найдем, соответственно, в кошельке MetaMask. Нажимаем на расширение MetaMask. И нажимаем на свой кошелек. Тем самым он скопируется в буфер обмена. Выходим и авторизовываемся. Сюда вводим свой кошелек и нажимаем авторизоваться. Все, как видим, наш кошелек здесь указан в данном поле. Теперь мы переходим в активацию первого уровня. Нам предоставляется адрес контракта, на который нужно отправить транзакцию. Сумма 0.03 Ethereum и кошелек вашего оплайна, то есть кошелек того, кто вас пригласил. Ниже данного видео вы видите информацию о также кошельке вашего оплайна. Сравните кошелек под видео с тем кошельком, который указан в данном поле. Если они совпадают, то, соответственно, вы попадаете в нашу команду. У меня в данном случае кошелек такой, у вас же он будет другой. После того, как вы убедились, что номер кошелька в данном поле совпадает с тем, что написан ниже данного видео, нажимаем кнопочку «Оплатить». У нас подгружается новое окно с MetaMask. Как видим, с нас пишется 0.03 эфириума и также комиссия в размере 19 центов. Также мы можем в разделе Gas Price уменьшить количество комиссии, но также будьте аккуратны, чем меньше комиссии, тем дольше будет происходить транзакция. Давайте я поставлю, как было, 0.19 центов и нажмем Submit, то есть перевести. Итак, друзья, я нечаянно сбросил предыдущее окно, но, как видим, денежка у нас списалась. И, походу, я нажал 2 раза на кнопочку, так что будьте аккуратны, не тыкайте много раз. Так, друзья, давайте перейдем обратно в кабинет и посмотрим, что у нас там произошло. Как видим, у нас сейчас текущий уровень 1. Что мы сейчас можем сделать? Мы видим сразу же нашу реферальную ссылку,
То есть здесь уже ничего не нужно менять, вы просто берете, копируете данную ссылку и можете ее отправлять своим партнерам. Но также эту ссылку вы будете вставлять в данную систему, когда ее полностью настроите. То есть под данным видео будет ваша ссылка. И следующие партнеры, кто будет забирать систему у вас, соответственно, будут регистрироваться в вашу структуру. Ниже мы также видим, что неактивен у нас сейчас второй уровень. Я, пожалуй, активирую сразу еще и второй уровень для того, чтобы не пропускать выплаты. Потому что я сейчас могу, так скажем, быстренько продвигать структуру и могу не успеть оплатить второй уровень. Соответственно, все выплаты, которые мне будут приходить за второй уровень, будут идти мимо, да, потому что у меня второй уровень не куплен. Так что тоже будьте аккуратны. Можете сразу так же, как я, оплатить второй уровень, но можете не оплачивать, следить за структурой. Здесь у вас вот будет всего рефералов, соответственно, сколько заработано. Как только вам придет 2 человека, сразу же оплачивайте второй уровень. После этого оплачивайте третий, четвертый и так далее. Я активирую сразу второй. Стоит он уже 0,05 эфириума. Здесь нам также предоставляется адрес контракта, ваш кошелек, стоимость 0,5, номер уровня 2. Нажимаю заплатить. Также открывается MetaMask. И нажму. Давайте немного снижу комиссию, ну вот так, на двоечку, и нажму Submit. Давайте пока скрою данное окно, перейду и перезагружу страницу, посмотрим, что у нас происходит в личном кабинете. Пока что у нас уровень первый, перезагружу еще раз. Итак, друзья, вторая транзакция у меня проходила чуть подольше. Ну, как видим, второй уровень у меня купился. Сейчас уже есть 2 человека в структуре. Давайте я еще разочек перезагружу страницу. Возможно, что-то изменилось. Да, вот пока оплачивался второй уровень, ко мне пришло 2 человека и 0,09. Странно, почему 0,09. Заработано. Как видим, первый уровень у меня аж продление до 2020 года, то есть я 2 раза оплатил первый уровень, но, как говорится, ничего страшного, сразу продлил участие в проекте. И также активирован у нас второй уровень до 2019 года, до 11 месяца 2019 года. Ну и на этом, друзья, в принципе все. Мы с вами оплатили первый и второй уровень. Вы можете оплачивать только первый уровень и по мере заполнения вашей структуры оплачивайте уровень второй, потом третий, четвертый и так далее. С вами был Евгений Назаров. Переходите к следующим урокам и продолжайте настраивать систему.